авторитет, что в этой комнате. Начальник церемонии? Да. Плюс мы в центре еще продуманная система подбора камней, чтобы камни своей энергией держали пространство. И вот за вашей спиной это розовый фарс. Я развикал. Я развикал. Вот то стоит ясно. Огромный агрегат хрусталя, он тоже очень хорошо держит. Он держит пространство на первом этаже. И плюс он как бы мы запитали вот со всеми этими камнями. Получается, что весь этаж он как бы держит энергетику. Да, мы уже посмотрели чайник. Вот. Начинаем с цокольного этажа. Детская комната для малышей, если мама приходит с родителями, ну, составить карапуза, вот, чтобы они здесь поиграли. И есть кому присматривать? Ну, в принципе, да, но это сейчас пока услуга у нас не сильно активна, это больше комната сейчас используется. Здесь тоже тренировки идут. Там индийские танцы здесь и... Индивидуальные занятия иногда здесь проводим. А так вот под детские праздники она часто используется. Вот под это. Это косметологический массаж. Там наверное, сейчас идти. Ведут процедуру, и ее нужно поймать в багетке. Здесь как бы, весь цокольный этаж, это больше такой спа-пространство. Это комната педикюр-маникюр. Я потом покажу, там хороший, очень красивый зал большой.
раздевалки. Да, не ту зажим. Это эргетическая. Это для тайского массажа кушетка. Это для обычного классического. Это процедура для вот масляного массажа пространства и спа-капсула. Такая штука для всяких процедур. Это цокольный этаж. И сейчас мы пойдем первый. На первом этаже у нас вот этот ресторан, чайный клуб. И еще небольшое пространство, как бы кухня, домашняя кухня. Опять кристаллы.
Шаг. Этот зал посвящен практикам. Сейчас там убежал какой-то человек. Пространство для занятия цигун. Большой зал йоги. Притом как бы политика такая, что здесь тоже больше никого, чтобы зал не пытался выбраться. И здесь будет семинар по 2 дня. Два кристалла, один янь. Хрусталь и селенит для поляризации, для баланса энергии. Малый зал йоги. Это тоже розовый кварц. Здесь как-то так сложилось, что в этом зале у нас в основном инструктора девушки. Женщина, а розовый кварц это очень каменный, как и для них подходит. Вот они же открыли. Посмотрим твои хозяйства.
это студия живописи. Здесь детьми занимаются, со взрослыми. Это библиотека, для кто у нас занимается, люди могут брать книжки, и параллельно эта комната используется для малых семинаров. Плюс здесь видеотека, то есть мы просматриваем те же записи, там сатсанга, семинары. Вот, и мы это бухгалтерия наша, мы поднимаемся на третий этаж, последний край. Это зал для больших семинаров, лекций. И параллельно, когда если какие-то телесные семинары, много людей, стулья убираются, это пространство используется. Сегодня здесь сатсанг, сегодняшний будет день.
включая пространство, вот все, всю энергетику центра, это вот, вот этот кристалл. Он как бы на вершине стоит. Друза аметиста, очень интересная по воздействию. А в том крыле там гостевая комната для приезжих мастеров. Вот, в частности, Сумиранда там. Он там живет. Но это он потом вам сам покажет. Территория сделана. Вот эти шарики вечером включаются. Вот вечером пойдете с сатсангом посмотреть. Они очень красиво смотрятся. Они как горят. И вот там центральный проспект города. Такая очень такая, ну, большая хаотичная энергия. И чтобы ее отсечь, положены вот окаменелые деревья. Вот они лежат. То есть им там по сколько-то миллиону лет. И они очень хорошо держат пространство, вот этой стенки.
интересно, что это Малфат есть. И пончик морковый, и еще вот такой еще свежий помидоровый. А ты понемникова? А он цветный, не цветный, это знаете, кто это? Замечательных условиях. А то все лес, палатки, комары.